Несколько лет назад мы решили преобразовать наше пространство. Это касалось не только учебных помещений, наших учебных корпусов, но и общежитий. Просто потому, что у нас те студенты, которые требовательны, для которых это важно. Ответы, в общем, были довольно простые. Как сделать эти пространства комфортными? Должно быть просто место для того, чтобы проводить время здесь, не только сидеть за университетской партой. Должно быть светло, должно быть так, чтобы было много цвета. Цвет для нас кажется очень важным не только потому, что в Петербурге маловато солнца, но и потому, что мы привыкли жить теперь в чем-то ярком. Здесь у нас практически во всех корпусах есть современное искусство. Мы его покупаем у российских художников, у российских дизайнеров. Здесь хотелось бы быть, здесь хотелось бы жить. И я думаю, что у нас это получилось. Мы находимся в библиотеке. Это университетская библиотека, и университет вообще сложно представить без нее. Все библиотеки вышки, они открытого доступа. Здесь студенты приходят, работают, берут какие-то книги и могут работать дома. Но эти места все студенты и преподаватели очень любят, потому что здесь комфортно. У нас очень много коворкингов, то есть пространств, где проводят время вместе, готовятся к домашним заданиям или к исследовательским проектам, проектную работу. Вообще комфорт, пространство, мне кажется, что это то, что должно определять современный университет. Мне кажется, что мы самый международный университет России. Приходя сюда, вы знакомитесь с другими странами, другими континентами, другими реалиями, потому что с вами работают иностранные преподаватели. Более 30% образовательных программ, которые мы предлагаем здесь, они на английском языке. Это, конечно, облегчает международный обмен, международные контакты. У нас есть возможность ехать в другую страну, учиться по программам обмена. И сейчас примерно 25% наших студентов имеют большой, значимый международный опыт. Я закончил второй курс обучения на экономике в Питерской вышке. Я мечтаю исследовать весь этот мир. На данный момент я посетил 22 страны, и этот год я провожу в Америке, обучаясь в университете Южной Дакоты. Я учусь в Питерской вышке на программе менеджмент, но сейчас я провожу полгода по международному обмену в University College London в Англии. Я учусь на программе экономика в Питерской вышке. А сейчас я провожу полгода по обмену в университете Помпео Фабры, который находится в Барселоне. Я учусь на программе социологии и социальной информатики в Питерской вышке. Сейчас я обучаюсь в университете Бергена в Норвегии. Мы гордимся и проектной работой, которая в каждой из образовательных программ примерно четверть учебного плана. Проектная работа – это про то, что что-то учить не просто по книжкам, а научиться что-то делать в своей профессии. Приходите к нам учиться что-то делать в своей профессии по-настоящему. Добро пожаловать в Питерскую вышку.